Пришла и оторвала голову нам. Чумачечая песня, ты нам не должна. И от любви схожу я с ума. Чумачечая песня, чумачечая, чумачечая песня. Пришла и прыщу нам с тобой снесла. Чумачечая песня пришла. Потерял до речи, ведь сегодня ночью не вернемся мы домой. Как же замечательно, что снова к нам с тобой. И я записал одну из них. Слушать будешь? А у меня есть выбор? Нет, конечно. Поехали. За мои зеленые глаза называешь ты меня колдунья. А я вовсе не колдунья, поведите, я колдун. Дмитрий, вот вы поете народные песни. Вы когда-нибудь бывали в деревне? Не был я там трудясь. Вам бы съездить. Годика так на два, на три. Да? Да. Хорошо, я вам помасилку, скоро вернусь, учти. Хорошо. Глаза в рождественское небо загадался дом, о чем мечтаешь ты. Жизнь для тебя я так счастлив не был. Для тебя одно их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз. Мне солжи красивый фраз.
Сережа, я понял, нужна попса, нужна поп-музыка. И у меня есть песня. Просто, просто, я сыплю по дороге. Ай, уси, уси, ай, ай, свиньи, свиньи. Корова, корова и прочая скотина. Вот, 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 вот и все мое хозяйство. Разыгралась, разгулялась, плащ и мёд, а ночи
Уважаемые друзья, ждем вас всех в Юго-Западном государственном университете. Мы говорим вам до свидания, до новых встреч, друзья. Здравствуйте, вы узнали уже, что я, ну, я буду говорить без переводчика. Ну, я учил только русский язык в университете, в принципе, я строительный инженер. И я надеюсь, что понимаете меня. Не бояться, я не буду читать лекции, я только хочу сказать, что это возможный шанс для вас учить иностранный язык. У нас стипендии в Дрездене, международные стипендии от Европейского Союза. И это всегда возможность для вас идти не только домой, конечно, а после университета. Подумайте о изучать иностранный язык, может быть немецкий язык, может быть английский язык, может быть вы знаете уже, и идите на Германию до Технического университета Дрездена. Спасибо большое, спасибо за внимание. В первую очередь я бы хотела поблагодарить ректора Емельянова Сергея Геннадьевича. В свое время я училась и закончила Юго-Западный университет, юридический факультет, и работала в администрации города Курска. Но в то время и представить себе не могла, что через 10 лет буду заниматься международным частным правом и работать с российско-итальянскими договорами. У Европы появился огромный интерес в отношении России. Вам предстоит сделать очень серьезный выбор. Это трудно. Я думаю, что единственное, в чем все вы абсолютно уверены, это в том, что образование, которое вы будете получать, должно быть хорошим. Как вы уже поняли, Юго-Западный государственный университет делает все возможное, чтобы то образование, которое вы здесь получаете, было хорошим. А что такое хорошее образование? Это в первую очередь разнообразное образование, которое дает возможности для профессионального роста, для профессиональной карьеры, а также дает возможности для индивидуального развития. Юго-Западный государственный университет всегда очень хорошо относился к возможностям изучать иностранный язык, именно поэтому мы вам предлагаем дополнительную программу. Юго-Западный университет говорит сейчас больше, чем на 20 различных языках.
Это и английский, и немецкий, и итальянский, и испанский, и китайский. Возможностей очень много. Кроме образования дополнительной квалификации, вы также можете у нас получить и международный сертификат, потому что у нас уже несколько лет действует центр тестирования, международный центр тестирования. И не выезжая ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, вы можете здесь сдать у нас экзамен и получить британский сертификат. Центр аккредитован. И я уверена, что все, кто сейчас сидит в зале, обязательно придут в Юго-Западный государственный университет. Особое событие. Когда смотришь на юные лица, то невольно вспоминаешь себя самого. Казалось, недавно я еще с замиранием сердца переступил порог своего будущего университета. Прошло, эти 5 лет пролетели так незаметно, и с чувством благодарности я покинул его. Теперь ежегодно мы встречаемся со своими друзьями, с одногруппниками и вспоминаем это время как самое замечательное в нашей жизни. У вас теперь появится возможность продолжить свою учебу или в рамках включенного образования пройти обучение в одном из европейских вузов. Для этого у нас сейчас намечена очень важная программа европейская «Erasmus Mundus», в рамках которой вы как минимум в 8 университетах, в том числе и в 2 известных итальянских университетах в Риме и в Тренто, можете пройти обучение на бакалавра, на магистра. In diesem Kooperationsabkommen ist vorgesehen, dass wir in intensiver Art und Weise Austausch mit den Studenten und mit dem Lehrkörper vorsehen. В этом соглашении предусматривается интенсивный обмен студентами, различными программами в рамках этого сотрудничества. Уважаемые наши родители, уважаемые наши, ну, я уже считаю абитуриентами, уважаемые наши коллеги, мои коллеги. Вот сегодня получился такой неожиданный, для меня в том числе получился Международный день открытых дверей. Волею судеб в это время профессор Райнер Шах со своей научной командой из Дрезденского технического университета, который мы прошлым летом посещали, на котором участвовали в международном симпозиуме, прибыл к нам в Курск для того, чтобы подписать соглашение, ну и доложить о том, что наши уже 2 ребят пока продолжают обучение в Дрезденском техническом университете на факультете строительства и архитектуры. Но это только начало. До этого нас посещало очень много наших коллег, друзей, уже партнеров из Дортмунда и других университетов Германии, и то представительство, которое имеем мы в Германии, возглавляет Алексей Григорьевич Булгаков, который уже более 11 лет преподает в вузах Мюнхена, Дрездена и других городах Германии, у которого очень замечательные связи по разным международным программам. При том, что ребята уезжают на обучение в Германию, получая стипендию германского правительства. Они не тратят собственных денег для того, чтобы учиться в Германии, получать второе образование, параллельное образование, соответственно, вместе с Юго-Западным государственным университетом. Замечательно, что Елена прибыла из Рима, вот я ее попросил прийти и рассказать, как в 2000 году наша студентка оказалась практикующим адвокатом, международником, проживающим в Риме, ведущим такие международные дела. И поверьте, я, ну, насколько знаю, зарплата международника очень высокая, очень достойная. Это очень радует. Но можно было приводить очень много всевозможных факторов о том, что вузы Болгарии и практика, которая проходит наши студенты в Болгарии, болгары приезжают к нам в Курск, о том, что архитекторы и, наверное, экономисты в этом году уезжают в Будапешт на практику и будут проходить в таком прекрасном, замечательном городе Венгрии, столице Венгрии, Будапешт и тогда и тому подобное. Вот такой международный, в общем-то, наверное, получился сегодня день открытых дверей. Ну, коротко, наверное, как ректор в нашем университете. Наверное, не зря вы пришли сюда, вы наверняка следите по сайту нашего университета, который ежедневно обновляется. Что такое Юго-Западный университет? Мы даем любые практически в настоящий момент, кроме образования, медицины и сельского хозяйства, для этого есть у нас другие наши вузы, наши коллеги, даем все виды образования. Особенно нехватка, коллеги, за тем, что выпускаем замечательных экономистов, юристов, особо нехватка не только в России, но и в Западной Европе, поверьте мне, это инженерных кадров. И зарубежные компании как раз предлагают нашим ребятам, которые закончили наш университет, а поверьте, в Германии дипломы Юго-Западного университета считаются и признаются, действительно, не надо будет ни нострифицировать, ничего с ними делать.
может устроиться в любой стране мира. Но вот Елена Геннадьевна сказала, что необходимо знание английского языка. Мне удалось немножечко, пока шел концерт, побеседовать с родителями в фойе. Некоторые родители подходили, задали вопросы. Я им сказал, что в нашем университете очень большое внимание уделяется знанию иностранного языка. При том, что иностранный язык, он как сам по себе может быть не столь принципиален, насколько принципиально знание собственного предмета, который ты изучаешь, собственной специальности или направления подготовки, и знание в этой предметной области этого языка. Проводя мониторинг вузов Российской Федерации, Юго-Западный университет оказался в зеленой зоне. Это зона, где он держится очень уверенно. Это в том, что независимое агентство «Эксперт.РА», проводя свой конкурс, свой мониторинг вузов, включило Юго-Западный университет в 100 лучших вузов Российской Федерации. И поверьте, здесь уже нельзя было подтасовать факт. Это 400 крупнейших компаний Российской Федерации, где они делали оценку выпускникам университета в России. И вот тот качественный показатель, который получили наши выпускники, позволил нашему университету войти в 100 лучших вузов по независимой оценке. И, конечно, самое важное – это оценка наших зарубежных партнеров, которые с удовольствием приглашают наших студентов на образование. На каждом дне открытых дверей я повторяю, наверное, одну и ту же фразу. Уважаемые родители, уважаемые наши будущие абитуриенты и наши будущие студенты, поверьте мне, как ректору, что работодатель в наше время стал очень капризным и требует с выпускника университета отличных знаний, не хороших, не просто хороших знаний, а отличных знаний. И только тогда можно решать вопросы и говорить об увеличении заработной платы, о достойной заработной плате, которой было бы достаточно на достойную жизнь в Российской Федерации, ну и вообще в целом в мире, наверное. Вот Юго-Западный университет и наши кадры, наши ученые, наши преподаватели, ежедневно занимаясь нашими ребятами, при этом, что любой работодатель, где проходят тесты наши студенты, ставит оценку отлично. Вы сегодня на сцене увидели вот небольшое количество наших ребят-студентов, и даже тут есть небольшое количество уже и преподавателей, и аспирантов наших, которые замечательно танцуют и поют. Вообще цель университета – воспитать гармонично развитую личность. У кого-то есть наклонности к спорту. И поверьте, что единственный вуз Российской Федерации, вообще единственный вуз в мире, поставил 4 наших студента участвовать в Олимпиаде в Лондоне. 3 из них вернулись с серебряными медалями. И, ну, не самый близкий к нам человек – это Инна Дереглазова, которую все знают, серебряная призерка Олимпийских игр. Наша выпускница, она закончила в прошлом году 5-й курс. Участвуя в Олимпийских играх, она была уже выпускницей нашего университета. Это ребята, которые наши занимаются наукой, достигают больших успехов. Единственный студент, который был отобран в открытый университет Сколково из региональных вузов России, это единственный был студент Юго-Западного университета. Мы самый крупный вуз Курской области. Ну и не считая слушателей, кто получает второе высшее образование, только 12,5 тысяч студентов очной и заочной формы обучения проходят обучение в наших стенах. Здесь, в этих стенах, мы стараемся дать возможность вам реализоваться во всем, в науке, в культуре, искусстве, в спорте, где только пожелают ваши, в общем-то, желания, ваши мысли и ваши идеи. Поэтому, как ректор приглашает нам в университет, поступайте. Мы будем рады каждому нашему студенту и будем рады вас всему научить. Сегодня, наверное, у нас рекордное количество вопросов. Ну, количество бюджетных мест, наверное, будет ближе к июню, когда Алексей Иванович известно. А стоимость небюджетной, мы много лет подряд удерживали стоимость небюджетной, на то учитывание небюджетной основе на одном и том же уровне. В прошлом году случилось так, что государство, выделяя бюджетные места, установила эквивалент стоимости, в том числе на внебюджете. Поэтому она выросла. Я думаю, коллеги, что и надеюсь, ну, если она когда-то будет повышаться, то максимум на процент инфляции. Никакого там темпа роста, вот сегодня родительница не сдала, что где-то услышали, где-то увидели, что на том же деле у нас стоимость обучения 120 тысяч. Ну, если это неправда, стоимость 60 800, если не ошибаюсь, а 60 200. Столько установил государство. Я думаю, что мы постараемся оставить стоимость обучения на уровне 2012 года. Хочу задать достаточно простой по форме вопрос. Как стать преподавателем вуза? Такого направления подготовки не существует. Как должен выглядеть путь студента, мечтающего стать профессором? Рассказывай на примере своем, чтобы стать ректором. Поступаете в Юго-Западный государственный университет. Учитесь на отлично. Заканчиваете вуз, поступаете в аспирантуру, защищаете кандидатскую диссертацию и занимаетесь педагогической в это время деятельностью.
начиная там от, можно от инженера научно-исследовательского сектора, пройдя весь путь. Ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, завкафедры, проректор, ректор. Но параллельно защитив докторскую диссертацию. И в конце концов, ну, с определенным промежутком времени, может быть, кто-то сегодня присутствующий в зале наших конкурентов будет ректором Юго-Западного государственного университета. Так что милости просим. Подскажите, пожалуйста, как поступают и как считается проходной балл, если ребенок инвалид третьей группы? Считается ли она льготой? К сожалению, по законодательству действующему третья группа не дает права на льготу. Только дети инвалиды, а также инвалиды первой и второй группы. Учитывается, если ребенок в 2011 году прошел в номинации «Талант преодоления». Значит, если «Талант преодоления», если не ошибаюсь, это Всероссийская олимпиада, если ее выиграть в 11 классе, то она дает право на прием без вступительных испытаний в Юго-Западный государственный университет по профилю, соответствующему профилю олимпиады. То есть, если вы математику выиграли, то на любую техническую специальность. Но нужно уточнить, есть ли она в перечне в соответствующем году. На какие профессии можно отучиться на факультете информатики? Ну, это вам подробно расскажут на факультете информатики и вычислительной техники в аудитории Г4 на общем собрании. Ну, спектр профессий широк, начиная от инженера, программиста, заканчивая схемотехником и так далее. Как выбрать факультет, если до сих пор не решил, куда? Никита. Ну, уважаемый Никита, первое, что, например, послушать выступление всех наших деканов, заведующих кафедрами. Второе, пройти профориентационное тестирование, определить свою индивидуальную склонность по своим знаниям, своим предпочтениям. Ну и на основе всей этой информации сделать уже заключительный выбор. Хотя, конечно, не нужно идти против веяния своего сердца. Куда хочется, туда и нужно поступать. Выплачивается ли стипендия и какая сумма? Ну, со стипендиями сейчас все в порядке. Министерство поддерживает студенчество. Базовый размер от 1300 рублей в месяц. Повышенная за отличную успеваемость 1900 рублей в месяц. Плюс 10% всех студентов, кто получает стипендию. Сейчас выплачивается дополнительная стипендия за особые заслуги. В научной деятельности, в спорте, в общественной деятельности. Целый спектр категорий. Так вот, там сумма доходит до 7000 рублей в месяц. Согласитесь, весьма прилично быть студентом и получать такую сумму плюсом к обычной стипендии. Есть ли конкурсы, викторины или олимпиады, которые могут дать дополнительный шанс для зачисления на бюджет? Значит, в России таких, так скажем, олимпиад всего два вида. Первое – это Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится сначала в школе, потом в городе, потом в районе, в регионе и, наконец, на всероссийском уровне. Ну, таких, конечно, победителей на всю Россию единицы. А второе – это олимпиады школьников, которые входят в федеральный перечень. Это олимпиада школьников «Росатом», которая в том числе наш университет проводит. Это олимпиада по праву Московской государственной юридической академии. Это олимпиады высшей школы экономики. Все эти олимпиады наш вуз тоже участвует как региональная площадка в их проведении. И вот победа или завоевание призового места на таком мероприятии дает право вам на поступление без экзамена в Юго-Западный государственный университет. Что это значит? Приносите аттестат, приносите диплом олимпиады, все, вы студент. Ну, естественно, оригинал еще документов всех должен быть представлен. Где можно проходить практику по специальности гостиничный бизнес? После среднего специального образования. Ну, тут неважно, после какого образования проходить практику. Я думаю, лучше этот вопрос вы зададите на факультете лингвистики и межкультурной коммуникации после встречи в актовом зале в аудитории Г8. Спектр практик очень широк, возможностей очень много, поэтому не буду общее время отнимать. Подготовительные курсы для иногородних могут проходить в какой форме? Иностранный язык, информатика, физика, математика, русский. Анна, 9 класс. Значит, проходят у нас курсы в дистанционной форме, в очно-заочной форме, когда нужно приезжать к нам в университет. Стараемся ставить на занятия выходной день, то есть воскресенье. Пожалуйста, приезжайте, занимайтесь. Если очень далеко живете, то у нас есть специальные подготовительные курсы во время школьных каникул. Приезжайте, мы даже можем поселить в общежитие. И усиленно на каникулах каждый день занимайтесь интересующим вас предметом. То есть варианты есть, если что-то более подробно интересует, столик подготовительных курсов возле входа в фойе этого зала. Расскажите, пожалуйста, о новой специальности медицинской кибернетики. Ну, уже вопрос Сергей Иванович задавался. На факультете информатики вам очень подробно расскажут про эту новую уникальную специальность. Имеет ли льготы абитуриент при потере одного кормильца? Ну, законодательством Российской Федерации такой льготы не предусмотрено. Единственное, есть льгота, если у ребенка единственный родитель инвалид первой группы и при этом доходы в семье ниже прожиточного минимума. Вот в таком случае льгота предоставляется.
В любом случае, если доходы в семье ниже прожиточного минимума, дополнительно бюджетным студентам может выплачиваться социальная стипендия. Студент 4 курса Курского железнодорожного техникума, отделение программного обеспечения автоматизированных систем. Хотел бы спросить, на какой факультет я могу поступить, очно-заочно или заочно, какие экзамены сдавать. Значит, у вас самый оптимальный вариант, которым пользуются 90% выпускников техникумов и колледжей, поступление на заочную форму обучения с сокращенными сроками обучения. Это всего 3 года 6 месяцев. Прием ведется по собеседованию, сдавать его можно прямо в день подачи документов. Значит, на какие специальности? Ну, специальности у вас широкий выбор, начиная от информатики и вычислительной техники, заканчивая прикладной информатикой, прикладной математикой, информатикой, информационными системами и технологиями. Какие необходимо сдавать экзамены для поступления на экономический факультет? Ну, на большинство специальностей и направлений это обществознание, математика и русский язык. Ну, какой проходной балл на бюджетное отделение, долго мы усиленно рассказывали. По поводу коммерческого отделения, для поступления на внебюджетную, то есть платную основу, необходимо преодолеть порог двойки по каждому из предметов. Ну, вы их наверняка знаете, их уже установили в том году. Русский язык 36, математика 24, обществознание 39 и так далее. Сколько бюджетных мест на экономический факультет, какую профессию получают выпускники специальности экономической безопасности, Настя? Значит, бюджетных мест можно посмотреть у нас на сайте в интернете, порядка 50-60 ежегодно. К 1 июня будем знать, сколько будет в этом году. В дипломе выпускника экономической безопасности будет запись «Специалист по специальности экономическая безопасность», ну а также все дисциплины, какие он изучал. При поступлении на факультет международных отношений влияет ли наличие сертификата Кембриджского университета категории FCE Реутова Юлия? Смотрите, при поступлении в университет разрешено зачитывать первое, только результаты единого государственного экзамена, либо экзаменов внутренних в университете, как, например, на специальность таможенное дело, либо победу на озвученных олимпиадах. Все остальные сертификаты, к сожалению, учитывать запрещено. Условия поступления на заочное отделение после среднего специального образования. Только что уже оговаривал, то есть можно поступить на сокращенную программу по собеседованию. Есть ли в ЮСГУ курсы по подготовке ЕГЭ? Есть, проводятся круглогодично по мере комплектования групп или индивидуально с репетитором.